Приветствую тебя, мой уважаемый зритель. Сегодня мы будем продолжать играть в игру Angry Birds 2 и проходить следующие уровни. Но для начала мы сделаем небольшой апгрейд нашего Чака. Так, добавим ему несколько перьев для его усиления и продолжим играть. Вчера, напоминаю, мы остановились. На каком же сейчас мы посмотрим? Так, нравится игра, да нравится. На 64 уровне, вернее, мы прошли 63 и достался нам 64. Кто-то мне писал в комментариях сейчас, что он не может пройти 70 уровень. Ну, я думаю, что мы с этим делом очень легко справимся. Хотя, может быть, и нелегко. Так, ребят, 64 уровень. Двигаемся к 70 уровню. К тому уровню, который человек не мог пройти аж 2 недели. Посмотрим, сколько займет у нас времени на его прохождение. Итак. Так, смотри, тут кольцо появилось какое-то. Что бы это значило? Вдруг, пролетая через это кольцо. А, это даже какое-то обучение. Птицы, наверное, загораются. Но я не вижу смысла троицу сюда пулять, потому что тут камни. И коснись экрана, синяя. Так, ну-ка. О! Это очень как-то интересно. Неужели это страйк? Это страйк, похоже, ребят. Это страйк. Ну, как-то странно, конечно. Причем, смотри, это была синяя троица. Пролетев через кольцо, она смогла поломать каменные постройки. Что очень нетипично для нее. Так. Подожди. У нас серебрянка такая красивая, в таком же колпаке, как у меня, только другого цвета. И с такими прикольными штуками. Ребят, в принципе, какой вариант? Мы можем серебрянку отправить сюда, поломать вот эти вот шары. Вот эта конструкция упадет вниз и разобьет там все. Ну, как вариант, в принципе, неплохой. Но я лучше это сделаю с Матильдой. Заодно тут можно и бомбу долбануть, вот как-то так. Только был ли в этом смысл? Потому что конструкция тоже взорвалась. Ой-ой-ой, как-то я, наверное, неправильно поступил. Ну, серебряночка, давай! Ну, так, похоже, мы выиграли. Жаль только, что это был не страйк. Мы просто слили птицу. Третий этап нашего уровня 64-го. Смотрим, что тут лучше нам сделать. В принципе, вот эти два цветочка, они очень кстати здесь и будут нам помогать. Достаточно какие-нибудь конструкции сюда отправить, свалить, и все будет в порядке. Давай же подумаем, кого же лучше сюда отправить. Вот этого толстячка, ну, я сомневаюсь. Давай попробуем все-таки бомбера. Вот сюда вот как-нибудь его. В динамит! Бум! Вот, давай. Так, смотри, сразу разрушили эту конструкцию. Жаль, не получается у нас. Нет, цветок, он не в ту сторону будет у нас бить. Если там будут порталы, вот эти вот, которые дают возможность разгораться птичкам, то это очень хорошо, можно эту троицу использовать. Блин, ну кого? Чак этого, Реда. Ред тоже такая птичка у нас очень хорошая. Бомс, бог. Все, ладно. Может быть, мы обойдемся малой кровью. И сейчас будет не так сложно. Вот о чем я, ребята, говорил. Смотри. Так, зачем он здесь вообще нужен, я не могу понять. Однозначно нужно ломать вот эти вот шары. И камни каким-то образом сюда сбивать, чтобы цветки их побили. Так. Что нам делать? Давай попробуем. Ну так, я не знаю. Давай. Бух. Так. И. Ну, чуть-чуть не хватило. К сожалению. Хорошо. Если Чака пропустить здесь. Слушай. Это очень интересно, конечно. Я могу, смотри, на цветочек, давай, цветок сейчас его поймает и бух, взорвет. Вот, отлично, я понял, как это все дело работает, отлично. И очков, смотри, сколько мы заработали, 1 257 000.
мы столько давно с вами не зарабатывали. И это победа птиц. Это очень-очень хорошо. И замечательный результат, с которым мы переходим на следующий уровень. Оу! Так. Каким-то образом проникла сюда реклама. Но... Так, смотри. Это 65-й уровень с черепом каким-то. Вау! Это очень сложный уровень. Мне уже страшно. Мне уже страшно. Но нужно стремиться именно к 70-му. Так, у нас есть возможность взять какое-нибудь дополнительное заклинание. Пока я этого делать не буду. Эх, хорошо. 4 этапа, да? Казалось бы, все просто и ничего сложного нет. Давай смотри, как поступим. Мы можем сейчас самую дорогую карту потратить. Она потом нам, скорее всего, вернется. Я тоже, кстати, стал замечать, если мы тратим самые дешевые карты, ну, самые такие, не очень полезные, то они потом нам возвращаются. Если самые такие дорогие. Давай, чувачок, ты сейчас же загоришься. Ну, давай, ломай все. Это должен быть страйк. Это и есть страйк. И мы ее вернули, как я вам и сказал. Смотри, тут нужно очень грамотно распределить. То есть не нужно экономить на птицах на начальных этапах, потому что вы можете заработать очки, очков побольше и вернуть этих птиц. Так, смотри, давай смотрим. Было бы, конечно, круто с помощью Реда толкнуть эту конструкцию вон туда, но здесь вот эта подпорка очень сильно напрягает, очень сильно напрягает. А, я хочу серебрянкой залететь вот сюда и поломать вот эту вот штуку. Я думаю, что у меня получится. Давай попробуем, чтобы она упала вниз и разрушила там все. Давай попробуем. Серебрянка, давай. Бух! Вот как-то так может быть. Давай, если динамит взорвется, будет вообще классно. Нет, динамит, к сожалению, не взорвался. Динамит не взорвался никак. Ага, что нам тогда делать? Что нам делать? Можем пролететь Матильдой. Бомбануть вот в этот проем яйцом, динамит взорвется, и тогда все у нас получится. Давай попробуем. Матильда, ты готова? Бух! Эх ты, смотри, осталась живая свинья. Осталась живая, я не подумал. Ох ты ж, смотри-ка. Но ее только рядом можно побить. Возможно, мы его и вернем дальше. Бом, да, однозначно. Нет, мы вернули серебрянку, но есть возможность вернуть и Реда. Хотя очков нужно просто колоссальное количество набрать. Блин, я ступил вообще. Так, очень непростой выбор. Очень непростой выбор, учитывая наличие моих карт. В идеальном варианте, имея серебрянку, мы можем подорвать вот этот динамит. И конструкция вся рухнет просто, и все. Даже Реда было бы достаточно. Из тех карт, которые я сейчас вот имею на руках, мы ничего поделать не можем. Но здесь у нас, смотри, две ракеты. Две ракеты. И с помощью вот Чака я, пожалуй, смогу их отправить вот туда вот. Давай. Так. Да. И Матильду мы с вами вернули. Но это, к сожалению, не Ред. Так, последний этап, ребят, последний этап. Ой, смотри, тут треугольники. Вот тут вот сложно, на самом деле, будет побить все. Давай подумаем. Тут вот реально Матильда бы пригодилась сюда куда-нибудь отправить гранатку. Так, давай подумаем, а что же тут думать? Тут бомбер нужен, честно говоря. Честно говоря, нужен бомбер. Я могу залететь вот этим большим товарищем сюда. Может быть, сбить. Цветок сделает свое дело. А здесь что потом делать? У меня вообще нету вариантов. Вообще нету вариантов. Я не знаю, что делать-то. Смотри, есть серебрянка. Как вариант, давай вот попробуем. Мне кажется, это будет наиболее удачный вариант. Бух! Давай, как-нибудь так вот. Ну... Ах ты ж сволочь такая! Хорошо, второй вариант.
как я и хотел, сюда. Давай, может быть, нам что-то удастся сделать с помощью этого цветка. О, нет! Наша конструкция осталась нетронутой. Да как же так? Как же так? Две карты всего. Две карты. Надо как-то решить ситуацию здесь. Давай попробуем с помощью Матильды подзорвать вот этих вот ребят. Бумс! Ёшкин кот, ёшкин кот. О, как я удачно заехал прям. Я не собирался ломать ту конструкцию. Но я считаю, мне просто повезло. Очков просто колоссальное количество заработали. Просто повезло. Неплохо, неплохо. Это был сложный уровень, напоминаю. А у меня еще целых две птицы оставалось. Ну что ж, команда, вы готовы к продолжению? Да, босс, мы готовы. И так, ага, быстрый старт. Но кто ж мне даст денег на этот быстрый старт? Забрали свои звездочки. И, внимание, сундук. В сундуке у нас апгрейд для нашей синей троицы. И это 66 уровень. Совсем чуть-чуть осталось до 70-го. Идем дальше покорять новые горизонты. Что же сейчас будет? Что же сейчас будет? Заклинанием мы не будем воспользоваться бонусным. Так, давай посмотрим набор карт. Набор карт. А, опять тут этот шарик, который мне не дает покоя. Вообще я хочу использовать Реда, чтобы завалить вот эту конструкцию. Куда она там уж полетит? Мне уже до лампочки. Давай, Ред. Бум! Возможно, это будет ошибка моя, а возможно и нет. Так, цветок, кстати, ракету не съел. Почему? Почему-то. Ох-ох-ох-ох-ох. Сразу возьму и запульну бомбера. Знаешь почему? Потому что есть все шансы его вернуть. Бух! Да, в яблочко. Мы вернули, смотри, Реда, заработав достижение снайпер. Возможно, вернем и бомбера. Но теперь нам нужно с помощью Чака, разбить вот эту вот конструкцию. А, я думаю, что это будет очень непросто, потому что дальний шар нужно поломать. Ах, вот как-то вот так вот, да. Вот так. Именно так я планировал, ребят. Чуть-чуть осталось, и мы вернем, возможно, и Чака, и, возможно, нашего бомбера. Так, второй этап, но потрачено целых 3 карты. Здесь нужно сделать все без ошибки. А наша синяя троица, по-моему, тут вообще бесполезна. Только вот этих нижних птичек можно поломать. Знаешь, что тут можно сделать? Залететь вот этим товарищем, взорвав динамит. Либо серебрянкой взорвав его. Так, давай подумаем. Все не так уж и просто. Если мы вот сюда вот прям залетим, удастся ли нам взорвать динамит? Давай попробуем. Бух. Так, динамит взорвали. Так, дополнительную карту заработали. А, очень неплохо. Так, мы в принципе заехали, я скажу вам. Еще и поломали те шарики, которые нам мешали. А вот сейчас наша синяя троица может сделать свое дело. И я думаю, что она его сделает. Вот и все. Это опять в яблочко. И, возможно, какое-то новое достижение в дальнейшем. Неплохо, неплохо. Так, немножко осталось до дополнительной карты. Но это еще целых два этапа, Вот тут синяя троица вообще идеально бы подошла. Смотри, что меня смущает. Вот это вот птичка, ой, птичка, говорю, свинка. Чтобы мне залететь туда, вообще неудобно никак. Очень неудобно. Ну что, серебрянка, ты готова? Придется воспользоваться ее услугами. Давай. Бух! Ой, как-то так. Что только сейчас было. Блин, вот эта вот птица осталась целая. Так, ребят, смотри. Даже не знаю, кого использовать. Реда или Матильду. Чака можно как-то хоть сюда будет залететь.
сбить эти шары. Матильде придется, наверное, динамит сбрасывать. Бух! Вот так вот как-то все сделать надо. Так, одна свинья у нас осталась нетронутой, туда реально ли чаком залететь? Даже не уверен, но попробуем. Бух! Все. По-моему, это реально. Да, свинья. Давай. Сейчас она вон там встанет и вообще... Нет, она разбилась. А. Так, и последний уровень. Последний этап, вернее, нашего уровня. Ох ты ж, брат, смотри. На самом деле тут все очень интересно. Вот эти ледяные конструкции тоже будет непросто поломать. Если мы залетим вот этим здоровячком, пробьем вот это все... Может быть, что-то у нас выгорит. Не факт, конечно. Я попробую, но не факт. Давай, толстяк, давай, ломай это все, ломай. Давай, взрывай, ломай. Ну, он еще такую отрыжку сделал, веселую. Ребят, у нас последний с вами шанс. Последний с вами шанс, это наш Ред. Давай, бух, да, мы сделали это. И переходим на следующий уровень и следующие этапы наших достижений. Ребята, это уже 67 уровень. Следующий 68 тоже будет очень-очень сложный. Пока иду без проигрыша. Итак, вам интересно? Мне тоже очень интересно. Двигаемся дальше. Что же нас ждет здесь? Без заклинаний. Я вот по-честному все прохожу. Так, ребят, откровенно говоря, карты нам выпали не очень. А ледяные блоки, в принципе, можно поломать. А что нам это даст? Да особо ничего. Как-то Матильдой воспользоваться. Кинув сюда бомбу, она тем самым отлетит... Поломает этот шар, возможно, зацепит еще вон тех. Ну, просто я альтернативу не вижу. Бух! Вот как-то так. Чуть-чуть промахнулся. Смотри. Эх ты ж! Чуть-чуть я промахнулся. И в цветок ничего не попало. Ага. С одного выстрела в любом случае не получится все поломать. Мы можем поломать верхнюю. И надеяться, что вот эти камни упадут на нижнюю конструкцию. Поломать, естественно, мы можем, но Редом 100%, я думаю. Давай, Ред. Бух! Давай, скидывай этих свиней, давай. Может быть, нам повезет, а может быть и нет. Конструкция оказалась слишком устойчивая. И ничего нам не поделать. Но придется нам с чаком... Проходить это дело. Ломать эти перегородки. Давай, чак, тут очень точно нужно ударить. Очень точно. Нет, ну как же ты так смог? Лохануться. Блин, ну что ж, бомбер. Подожди, она что-то качается там как-то опасно. Может, я поторопился? Не, по-моему, все-таки стоит. Она устойчиво стоит. Я сомневаюсь, смотри, она качается. Так. Что-то с игрой случилось. Ладно, пусть она качается, но все, теперь уже точно. Бомбера мы хотя бы вернули. Не хотел я расставаться с этой картой, потому что это всего лишь первый этап. Возможно, дальше будет гораздо все сложнее. Так, смотри, у меня есть несколько вариантов. Можно пролететь, поломав вот эти вот шары, конструкция рухнет, и может быть что-то тут произойдет. Так, а стоит ли лететь вот сюда? Так, либо поломать вот эту конструкцию и надеяться, что что-то упадет сюда вниз. Так, давай попробуем, кстати говоря. Потому что мы же обучение проходили, пролетая здесь... Все разгорается и взрывается. Так. Свинка там сейчас. Давай. Ну ты должна разбиться. Она разбилась. Отлично.
Так, и что нам это дало? Да, по-моему, ровным счетом ничего. Как нужно поломать эту конструкцию? Ну вот просто вот так вот берем и ломаем, смотри. Смотри. Бух! Нифига себе! Вау! Просто потратили две очень важные карты. Две очень важные птицы. Так, казалось бы, тут все не очень устойчиво. Я, честно говоря, даже не понимаю, зачем вот эта вот конструкция здесь нужна. Наверное, так, для прикола. Вариантов, опять же, несколько. Самое круто будет залететь сюда серебрянкой, все здесь поломать. Это очень такой непростой маневр. Но я думаю, что я справлюсь, и я не справился. Так. Ага. Я, к сожалению, не совсем справился. Блин, у меня кончаются карты, кончается все. А кем же лучше здесь залететь-то, а? Давай попробуем чаком, сбив вот эту вот птицу. Вернее, птицу, говорю, сбив свинюшку. Ну, хоть как-то компенсировать что-то. Давай. Ну, хоть что-нибудь, может быть, упадет. Нет, ничего не упало. Ребят, это, по-моему, все. Слив конкретный. Конкретный слив. Да, хоть до этапа там последнего доберемся. Теоретически добрались. Но практически мы не имея никаких птиц. Ребят, прикиньте, я думал, что мы прошли этот уровень. А там еще вон вот эта вот свинюшка-то осталась. А она до конца не это. Она живая. И как мне в нее попасть? Как мне в нее попасть? Нет! Ну вообще, это как такое могло произойти? Я сглазил сам себя. Нет! Свиньи надо мной смеются. Вот это да, вот это я пролетел, так пролетел. Слушай, правда, сглазил сам себя. Надо ж так было сделать, а? Вот это глупо так получилось. Так, ребят, вариантов несколько. Давай начнем с Матильды, что ли. Ну, просто мне нравится эта птичка. Тут можно такие финты навернуть. Оп! Опля, опля, так. Ну, что-то не особо мы... Бум! Так, смотри, очень даже недурно мы заехали-то сюда. Так. Что-то там падает. Что-то падает. Что-то рушится. Ну, явно туда не попадет. Хотя, подожди, сейчас цветочек... Не, ничего не попало. И дополнительную морозную штуку мы выиграли. Эх, кто же нам здесь поможет? Ну, конечно же, наш любимый Ред. Ред, давай. Да как же так? Блин, я не успел прожать. Я вот тупо из-за своей глупости. В прошлый раз я тоже такую же ошибку сделал. Да это все сейчас конкретно, наверное, слив. Блин, такие карты потратил. Просто заигрался, как говорится. Заигрался, ребят, но бывает, с кем не бывает. Фух, очень, я скажу вам, непросто здесь придется мне, очень непросто. Давай, я здесь уже смотрел, в принципе, можно вот так вот как-то кого-то я там даже в яблочко зацепил, но наша конструкция осталась устойчива. Я хотел бы поломать вот эту штуку, залететь туда серебрянкой, но мне не удалось, и это похоже опять слив. Придется в следующий раз уже на пройденном этом уровне что-то хорошее показывать. Тут я прям откровенно сыграл не очень. Так, бомбера можно либо сюда, либо туда. Ну, у нас есть чак, который нам может в этом помочь. Так, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько всего карт. Смотри, конструкция начала движение. Мне показалось или это правда? Мне показалось? Нет, она начала двигаться. Так, чак. Ну, давай, теперь твой выход, чак. Смертельный ход. Ой, давай, поехали. Так.
Разрушений в этот раз очень много, очень много. Это есть хорошо, но плохо то, что у нас ничего не осталось, а с вами. Страйк мы сделать не сможем. Давай пробуем. Так, все у нас ледяное. Само, конечно же, не разрушится. Придется с помощью оставшейся птицы это все делать. Давай. Так. Опять остался тут птенец, который в прошлый раз мне помешал выиграть этот уровень. Я наконец-то до тебя доберусь. Бух. Да как же так? Да не может такого быть. Да, конечно же, мы сейчас получили Матильду, но, по-моему, это ничего не меняет. Ничего не меняет. Однозначно, да, мы здесь победили. Но данный уровень мы пройти не сможем. У нас нету никаких птиц. Нету птиц, и все, нету. Да! Печаль печальная, ребят. Но, к сожалению... к сожалению, я, наверное, немного уже устал. Вот и все. Так, давай, подожди. Надо чуть передохнуть. Как выйти с этого уровня? Как выйти? Эй! Как выйти? Нет, на паузу мы не будем. Нам просто нужно выйти отсюда. Да, 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 да. Нет, 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 нет. У нас... Так, ребят, я решил перед окончанием видео подкрывать какую-то башню удачи. Так, а, нам кого-то нужно найти. Так, кто это? Это уточка. Ну, неплохо, так. Ага, свинья. Опа. Ух ты, ёшкин кот. Ну, ладно, ничего страшного. Башню удачи мы не выиграли. А здесь что у нас такое? Забери ежедневные перья награды. Так, мы можем вот это вот забрать. Вот это вот забрать. Так, забери купон с самоцветами. Пройди ежедневное испытание. Так, ага, мы можем уже сыграть в ежедневное испытание. Хорошо. Давай, я думаю, что мы его сейчас пройдем. Итак, выбери заклинание. Нет, заклинание мы не будем выбирать. Мы будем играть по-честному с вами. Ну что же, что же. Смотри, тут все из дерева у нас. Ничего, казалось бы, сложного нету. В принципе, так и есть. Ничего сложного нету. Так и есть. Так и есть. Ну давай чаком пробьем, что ли. Чаком сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, давай хоть как-то. Давай! Ну бей его! Ой-ой-ой! Так, тут все у нас упало. Получили мы дополнительную карту. Кстати, почему сейчас не могу чаком воспользоваться? Здесь идеально подойдет, кстати говоря, Матильда. Матильда, давай! Бух! Так, отлично! Мы сбомбардировали. Оба! Взорвали этот динамит и пошли дальше. Это победа. Отлично, отлично. Так. Первый этап прошли, второй этап. Дальше идем. Все, казалось бы, здорово. Все здорово. Но не все так просто. Так, смотрим, смотрим. Смотри, тут очень все интересно. Можно взорвать этот динамит. Камни разлетятся. Может быть, что-то и упадет сюда вниз. А может быть, и не упадет. Другой вариант — тоже взорвать этот динамит. Так, Матильды у нас нету, чтобы скинуть гранату и пролететь сюда. Попробую воспользоваться Редом. Попробую. Может быть. Да нет же. Ой, ну как-то вот. Как-то немножко получилось. Может быть, не совсем удачно. Так, хорошо. Хорошо. Так, два этапа здесь, да, у нас получается? Два этапа. Вот этого товарища я не знаю, как забрать. Давай, давай вон туда он его отправим. Нет, туда он может и не улететь. Товарища этого мы можем забрать вот так вот. Вот так вот и... пройти, наконец-то, этот левел. Второй этап у нас, ребят.
Второй этап. Я знаю эти уровни. И я примерно уже знаю, что здесь делать. Чак идеально подойдет, чтобы вот сюда вот как-нибудь влететь. Пойди, раз, два, три, четыре. Четыре свинюшки. Золотую свинюшку надо брать, я даже не уверен в этом. Удастся ли мне? Удастся ли мне? Может быть и удастся. Динамит сделал свое дело. И это... это победа. Дополнительная карта. И страйк. Так. Очень неплохо. Я не могу понять, почему я 65 уровень запорол. Так, последний уровень в нашем ежедневном испытании. Уже полчаса я с вами играю, ребят. Так. Полчаса. Знаешь что? Угадай. Угадай с трех раз, что я буду делать. Конечно же, я выберу Матильду. Залечу вот сюда, скину гранату, взорву вот этот динамит, а Матильдой взорву вот второй динамит и выбью страйк. Казалось бы, это сделать очень сложно, но можно. Бух! Нет, я, к сожалению, чуть-чуть сделал все неправильно. Я промазал, надо было раньше это сделать. Придется потратить нашу троицу, чтобы пробиться здесь как-то и... Да что ж ты, боже мой. Этот товарищ остался целый. Ну придется Реда тогда сюда нам. Бом. Да. Чувствую, будет сложно мне в третьем этапе. Зря я так сделал. Надо все-таки это поумнее как-то поступать. Поумнее, ребят. Так, и что же вы мне предлагаете? Самый идеальный вариант — серебрянкой сюда залететь. Давай, главное вовремя ее использовать. Бух! Не знаю, насколько это было вовремя. А может быть и не совсем вовремя. Но мы остались здесь свиньи живые. Так, как их сейчас там взорвать, чем, я не представляю. Возможно, Матильдой. Она их точно взорвет. Она их точно взорвет. Бум! Да. Далее, ребят, смотрим. Последний левел. Так, это босс, что ли? Это босс. Да, ёшкин кот, а как мне туда, к этому боссу-то попасть? А, тут еще вот эта вот птица. Так, смотри, давай думать, как мне все-таки попасть к боссу. Туда никакая птица не залетит. Да ё-моё, как же подумать-то? Даже порталов никаких нету. Это понятно, сейчас я этот динамит взорву. Возможно, и следующий взорву. Тут нужно воспользоваться услугами этого товарища. Бум! Вот так вот пролететь. Сюда. Смотри, вот сюда. Давай подумаем. И давай, босс. Ну, надеюсь, ты упадешь. Так, чуть-чуть бы и камни бы упали. Чуть-чуть. Нет, он не упал. Он взорвал все, что нужно. Сейчас камни на него покатятся, возможно. А нет. О, нет, это была моя ошибка. Моя ошибка, давай быстрее. Взрывай это все. Слушай, я неужели я поторопился? Босс-то остался живой. Как мне его? Ну, Чак, пожалуйста, давай. Ух, хоть как-то чуть-чуть его туда сместить. Это просто невозможно. Ну, как мне это сделать, ребят? Ну, как-то сюда вот, что ли? Давай, ну, что-то нужно придумать. Я не знаю, без дополнительной карты не получится. Почти пройдено. Блин, ну как же я ступил? Как же я ступил с этим, с бомбером вообще? О, ёшкин кот. Ребят, все шло замечательно, но... мое сердце разбито. И уровень до конца не завершен. Ладно, я, честно говоря, не расстраиваюсь. Ведь мы все равно с определенным успехом продвинулись. Начали мы сегодня, сейчас посмотрим, 64 уровня, дошли до 67. Следующий, наверное, будет попытка покорить именно 70 уровень. В общем, что-то я с вами засиделся. Всем спасибо за внимание. Всем пока.
Пока!